Добрый день, дорогие друзья, для вас это видео. Видео будет называться «Как прожить на 500 рублей в день одному человеку». Начнем с теоретической части данного вопроса. Теоретически прожить можно. А теперь с практической стороны. И с практической прожить можно. Умереть точно не умрешь, но будешь вести аскетический образ жизни. Что это подразумевает? Вместо того, когда люди ездят на такси, либо на своих машинах, либо на автобусах, ты будешь ходить пешком. Человек, который живет на 500 рублей в день, он явно не пьет. Я думаю, что он и не курит даже. Потому что это все стоит денег. Два. Три. Он берет продукты питания не в самых шикарных магазинах, а берет их в магазинах, которые недорого их продают, типа фикс прайса, пятерочки по акции. Это три. Четыре. Он не позволяет себе никаких удовольствий. Ни походы в кафе, ни походы в рестораны, караоке и так далее и тому подобное. Такой человек, который живет на 500 рублей в день, он явно не ездит на машине. Это пятое. Потому что машину каждый день надо заправлять. И в течение месяца или двух-трех надо делать техническое обслуживание автомобиля. Вот так можно прожить на 500 рублей в день. Насколько человека хватит, а насколько его дух позволяет и сила воли, чтобы не сорваться и не потратить в день 1000 рублей, 2 или 3, даже 5. Этот человек очень редко покупает одежду. И хороший сотовый телефон. Я надеюсь, что смысл этого видео всем понятен. Если кто-то будет писать комментарии, пишите, с удовольствием отвечу. Всего вам доброго, дорогие друзья.